происшествием кандалакские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, похитившего мобильный телефон. В дежурную часть полиции обратился житель города с сообщением о краже устройства. Мужчина из-за собственной забывчивости оставил телефон на столе для клиентов в одной из организаций. Решил вернуться на место, но гаджета не обнаружил. В течение суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина сознался в совершении кражи. Полицейские изъяли у него мобильный телефон и вернули владельцу.